Кетцер медленно поворачивается в сторону партизана. Огонь, бронебойщики, огонь! Если он повернется, у вас не будет шансов выжить. Передняя часть Кетцера имеет толстую лобовую броню и мощную пушку. А вот корма его слабо защищена. Бейте, пока он не повернулся. Кажется, над ним появился черный дым. Партизаны подарили передышку красноармейцам Шаркова, которые быстро отцепили от подбитых грузовиков.